враг, наш враг, оккупанты наносят ракетные удары по территории Украины, не только Одессы, Украины. Основные удары наносятся с акватории Черного моря, с подводных лодок, с территории Крыма, с военных кораблей. При поддержке наших партнеров Одесса должна, может и должна стать надежным щитом противовоздушной обороны Украины. И, конечно, поддерживая инициативу президента о том, что он неоднократно об этом говорил, что нам нужны соответствующие вооружения, средства противовоздушной обороны и противокорабельной обороны. И мы, конечно, рассчитываем на помощь наших западных партнеров.